Так, различная самооценка в разных сферах. Значит, каким образом нам определить, какая самооценка в какой сфере? Если вы чувствуете, что ваши результаты в этой сфере намного ниже, чем то, что вам хотелось бы, это значит, что у вас там низкая самооценка. Почему? Потому что если бы она была высокая, что такое высокая самооценка? Не завышенная, а нормальная. Что такое нормальная самооценка? Это когда ты приходишь и берешь то, что тебе положено. Вот ты просто идешь и получаешь это без очень большого напряжения. Слушай, это очень интересная мысль. Да. То есть, если, например, там в день, когда, да. Если есть какие-то сложности в сфере денег, это значит, что у меня в этой сфере низкая самооценка. То есть я относительно денег думаю о себе плохо. Да. И значит, нужно просто начать думать о себе хорошо. Это очень интересная мысль. Да, прорабатывать эту тему, задавать вопрос, как я могу проработать эту тему, какие шаги должна сделать, в каком окружении должна находиться, какие установки мне нужно изменить в своей голове для того, чтобы там получил результат. Точно так же нет семьи, развиваем эту тему. Да, если хочется семью. А если не хочется, не факт, что там у вас низкая самооценка. Просто не хочется. Бывает и такое.